В Астане совершеннолетним жителям столицы вручили первые официальные документы удостоверения личности. Как отметил аким столичного района Алматы Адильбек Сарсимбаев, мероприятие имеет огромное значение для патриотического воспитания юных граждан Казахстана и приурочено к 25-летию независимости страны. Среди тех, кому посчастливилось получить главный документ в преддверии знаменательного праздника, ребята, имеющие высокие достижения в учебе, спорте и творчестве. Я стал полноправным гражданином Республики Казахстан. Я очень горд за мою страну и в будущем планирую помогать моей стране получить высшее образование и работать во благо моей страны.